Здравствуйте, коллеги. Вновь в эфире ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, как вас зовут? И представьте свою компанию. Здравствуйте, меня зовут Ростислав, Серебряников Ростислав. И сегодня я представляю компанию Fox & Box. Расскажите о компании, чем она занимается, чем нам будет полезно участникам нашей выставки. Мы, наверное, довольно-таки необычная компания для этой выставки, потому что мы не производитель, а мы рассказываем о нашем продукте. Это продукт, который позволяет увеличивать продажи компании-производителей в несетевой рознице. И, ну и для текущих участников, наверное, самое актуальное – это в дистрибьюторском канале. То есть наша компания, наш продукт позволяет мотивировать торговых представителей, дистрибьюторов, которые не принадлежат компании-производителю, мотивировать их на продажу их продукта, исходя из всей линейки, там, которая есть в портфеле этих торговых представителей. Мотивировать их на продажу либо там в общем вале, либо мотивировать на продажу фокусных позиций, либо на выполнение планов, но тем не менее позволяет увеличивать продажи там, продукции производителя. Расскажите, насколько инструмент популярен и насколько инструмент вообще рабочий? Вы знаете, вообще, в принципе, многие компании-производители, они так или иначе используют разные системы мотивации, но наша отличается от этих систем мотивации тем, что она позволяет собрать воедино всю информацию по продажам от всех дистрибьюторов в одном месте, видеть всех торговых представителей в одном месте, видеть их результаты, видеть достижения их KPI-ов и там же награждать этих торговых представителей за достижение планов и там же выдавать им призы за вот эти вот результаты, которые они достигают. Правильно ли я понял, что эта выставка в этом году вам дарит возможность расширить свои партнерские контакты? Да, нам она дарит возможность расширить партнерские контакты, а участникам она дарит возможности увеличивать свои продажи, да, там наращивать влияние в дистрибьюторском канале. Мы пожелаем вам удачи и надеемся, рынок будет расти все выше и выше, все с новыми инструментами для этого. Спасибо вам и вашей компании и ждем вас в следующем году. Спасибо, всего доброго.